Всем привет, это Макси Лесник. Мы в походе и хотел поговорить сегодня на такую тему, как комфорт в палатке. Многие, кто уже ходит в походы давно, стремятся к определенному комфорту. Ну, чтобы был порядок в палатке, удобно было, кармашки были. Но как сделать кармашки, я ничего не нашел в интернете, ни на ютубе. Конечно, органайзеры есть, подвесы, но поэтому хотел рассказать, как я справился с этой проблемой. Всем привет! Многие жалуются на то, что в палатках очень мало кармашек. Хороших, комфортных, с кармашками палаток. Кармашки вот прямо здесь расположены по краям, сплошняком. Ну, в более таких некомфортных по бокам. Там один кармашек или у головы один. Я отрезал карман, который был у головы, и прикрепил его сбоку. Вот он тут. Но мне не пришлось шить ничего, нарушать, так сказать, гермоизоляцию. А сделать кармашки очень просто. Берется пакет, зип-пакет, в моем случае вот икеевский, они разного размера, и приклеивается двухсторонний скотч. И вуаля, вы можете приклеить вот как здесь, куда вам заблагорассудится этот кармашек. В общем-то и все, ничего сложного. Год уже у меня отслужили эти кармашки, поэтому я могу их рекомендовать. Вес такого кармашка, давайте посмотрим сколько. Вес такого кармашка 24 грамма. Ну, если отклеить еще бумажные полоски, ну, грамм 20 будет. Так что, если вам не принципиально ради комфорта 20 грамм для палатки, так сказать, утяжелить палатку, то рекомендую такие кармашки. Всем пока. Это был Макси Лесник. Да, еще один важный момент. Старайтесь, когда вы их приклеиваете, крепить так, чтобы нижняя часть кармашка касалась пола палатки, чтобы вещи, которые находятся в этом кармашке, они касались пола палатки и таким образом держались надежно за счет того, что они прикасаются большей частью веса к палатке. Ну что ж, вот такой у меня способ, он работает. Поделитесь вашими способами, как вы делаете кармашки. Конечно, пришивать можно тоже, но нужно вылезать из палатки и залезать, чтобы нитка с иголкой проходила, если вручную, а может быть и есть специальные какие-то машинки для этого. С вами был Макси Лесник. Всем хороших походов. А мне бы как улиточке иметь свою кибиточку, носить свой домик за спиной, уютный и простой. Хоть потолок и не высок, зато не платится налог. Как не ушел бы далеко домой